Компания «Агропакт» представляет вам уникальный способ реализации вашего продукта россыпью. Реализации продукта россыпью с помощью диспенсера. Диспенсер – это аппарат, который позволяет вам продать ваш продукт дороже. Продукт засыпается в октабин, октабин с продуктом помещается в диспенсер. Далее покупатель может свободно выбрать товар. Поподробнее расскажу, как это работает. В торговой сети устанавливается диспенсер. Производитель картофеля складывает свой товар в октабин. В целости и сохранности доставляется до торговой сети. Прямо в торговом зале загружается в диспенсер. Снизу открывается клапан. И покупатель может совершенно спокойно, с удобством достать те картофелины, в данном случае, которые привлекли его внимание. Основным преимуществом использования диспенсера для торговой сети является то, что это дополнительный рекламный носитель, он сохраняет чистоту в зале и увеличивает продажи продукта россыпью. Для производителя основным преимуществом является то, что только он может поставлять свою продукцию, например, картофель либо лук, в этот диспенсер, то есть это его гарантированная полка в магазине. Для покупателя основным преимуществом является то, что он сам может выбрать продукт того качества, того размера и в том количестве, который ему необходим. Компания «Агропакт» может предоставить вам этот товар на пробу, либо вы можете его приобрести сейчас по нашей специальной цене.